Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас на обзоре топовое матчевое удилище, то есть верхнее, самое верхнее удилище в линейке от компании Colmic. Это матчевки Real XXT Superior. Удилища имеют в своей линейке два теста. Это 6.20 и вот что у меня в руках, это 15.30. А обозначаются они на бланке, в общем-то, чтобы не вчитываться, да, и это вот такой золотистый цвет, золотистая вставочка, это самая мощная мочевка в серии. И серебряная вставка, это удилище с тестом 6.20, соответственно. По материалу бланка здесь стоит, ну, производитель не заявляет, в каталоге не пишет, из чего он сделан и так далее, но понятно, что здесь ну, по всем характеристикам, да, это 46 тонн стоит карбон. По фурнитуре стоит Seagate. Многие, наверное, ждали Fuji, но имейте в виду, что сейчас Seagate компания, очень многие колечки и катушкодержатели, которые выпускает компания Seagate, она ничуть не хуже Fuji. Поэтому, скажем так, здесь по надежности и катушкодержателя, и колец, их легкости и так далее, здесь, ну, как бы вопросов никаких быть ни у кого не может. Тем более катушкодержатель здесь стоит Weber DPS, то есть это надежный катушкодержатель. Нижнее колечко, установленное на бланк, имеет аббревиатуру MHL. HL имеет аббревиатуру уже колечки однолапые по бланку, которые стоят. То есть это все облегченные кольца, которые, задача которых сделать бланк максимально посылистым, максимально удобным для рыболова и максимально проявить свои рабочие характеристики как в броске, так и в вываживании. Чуть забыл сказать в начале, что каждая из серий представляет вообще изначально Colmic, это две длины двух тестов, соответственно, 15-30, есть 420 и 450 длина, и 6-20 точно также есть две длины, 420-450. У меня сейчас на тесте из самого мощной палочки, потому что она самая востребованная, это 15-30 тест, 420 длина, соответственно, она обозначается золотом, да, и 6.20 удилище, которое обозначается такой серебряной вставочкой, это 450 уже длина. Верхний форогрип, пробка, далее идет небольшая Эва, опять пробка, имеющий такой плоский дизайн в современном стиле. Кому-то это нравится, кому-то нет. Я тоже, в общем-то, приверженец старой школы, да, но я попробовал такие удилища с такой рукоятью в дело, и, в общем-то, через 5-10 минут забываешь, какое удилище, ну, что у тебя здесь действительно в серединке плоская ручка, поэтому кто опасается вот этого, на своем примере я вам могу сказать, не нужно опасаться, все здесь в порядке. Значит, дальше идет вновь кусочек Эва и уже арматериал Rubber вместе с торцевой, в конце торцевая пробочка. Ну, Rubber, как известно, материал, который не впитывает воду, который долговечный, надежный и самый надежный материал, который существует. Это пробка вместе с резиной. Что еще хочется отметить? Так как удилище топовое, здесь имеется специальная такая красивость, но это на самом деле функциональная вещь. Это система противозаклинивания, так называемая. И лишний раз это система, которая уберегает стыки от истираний. Я сейчас вам покажу более близко. Теперь по характеристикам. Я не доверяю, как я говорил много раз, каталожным значениям, поэтому измеряем все сами. Значит, у меня здесь за кадром бумажка, я вам расскажу. Значит, 420, ну, соответственно, 15-30 тест, транспортная длина 145, диаметр комля я измерял вот в этом месте 13 мм и длина ручки от нижней части держателя до торца 44. Соответственно, у 450 длины 6.20 тест 155 транспортная, 14,5 диаметр и длина ручки точность такая же, но
крайне важный показатель – это вес для многих. Так вот, в каталоге вот указано неверно. На самом деле 420-я весит 205 грамм, и что удивительно, 450-я весит 207 грамм, то есть практически точно так же. Я понимаю, что это сделано за счет чуть меньшего материала в стенках, и поэтому, когда мы сейчас их разберем, я уже их знаю, эти удилища, да, вы увидите, что строй 450-я чуть мягче, это вот как раз вот эта жесткость уходит за счет толщины стенок колен. Поэтому давайте, наверное, разбираем и смотрим строй. Итак, друзья, разобрали. 420-ю у меня в руках. Очень приятная палка. Очень. Смотрите, как она останавливается мгновенно. Загрузка. Давайте нагружаем. Ну и посмотрите, как она будет работать бланком. Ну. Кроме слова «шикарно» тут ничего не сказать. Кстати говоря, по фактической длине плюс 3 сантиметра к обоим. Значит, 450-я. Также в руках лежит просто изумительно. И точность такая же, быстрая остановка. Ну, это вообще катапульта. Очень легкая и прекрасный баланс. Нагружаем. Ну, точность такой же строй. Очень посылистый бланк. Друзья, в завершении показываю вам, как обычно, чехол. Ну, достаточно простенький чехол, бархатный, ну, приятный на ощупь и очень качественно сшитый. То есть дарить, в общем-то, можно даже в таком чехле, если вы хотите ее в подарок взять. Ровные швы, ровные ниточки, три отделения под разные колена и завязка, клапан на завязке и нижняя завязочка. Хочу вам сказать, что кто новичок, кто впервые, возможно, будет покупать в магазине Multifish, имейте в виду, что мы даем бессрочную гарантию на заводской брак на весь срок службы, на удилищ, купленные у нас не только Колмик, а и практически все, что вы покупая, можете купить и представлены в нашем магазине Multifish. Помимо этого, никто этого никогда не делал, но мы предоставляем две запчасти в год в период действия акции. Условия читайте бесплатно, две запчасти в год предоставляем бесплатно, даже если вы сами случайно сломали, повредили и так далее, вы можете взять у нас совершенно бесплатно две запчасти. Условия — это подписки на социальные сети, подкупку у нас, естественно, более подробно почитайте на сайте Multifish, программа лояльности, информация вся вышесказанная не является публичной офертой. На этом все. Единственная уже просьба моя к вам. Пожалуйста, посмотрите под видео, поставьте такой пальчик вверх. Для меня это большой плюс в продвижении этого видео. Лишний раз помощь людям, кто действительно интересуется реальными характеристиками, реальной оценкой этим удилищем, а не смотрит это только по там, каталогам или еще как-то. И нажмите кнопочку, конечно, подписаться. Всего вам доброго и до новых встреч.